Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Сегодня мы поговорим про Gate Ventures на бирже Gate.io. Разберем, что это такое и как его использовать. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает инфу, которой нет на YouTube-канале. Например, различные ивенты, на которых вы можете заработать, различные конкурсы и опросы. К сожалению, YouTube могут закрыть, но вы можете продолжить получать контент в телеграме. Также вы можете задать свои вопросы в телеграм в чате биржи Gate.io. Все ссылки будут в описании. Напомню, что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира. Вы также можете зарегистрироваться по ссылке в описании и получить вечную 20% скидку на вывод. Спасибо им за поддержку. А теперь опрос прохожих Санкт-Петербурга. Вы можете написать вопросы для следующего опроса в комментариях. Привет, отвечу на пару вопросов. Запросто. Как вы относитесь к криптовалютам? Положительно. Что вы о них знаете? Ну, я знаю о криптовалютах то, что это, ну, это так называемая черная касса, только белая касса для, ну, всех, так сказать, кто заинтересован в заработках. Какие у них плюсы, минусы? Ну, плюсы — это то, что эту валюту у тебя никто не сможет отобрать. И как происходит это сейчас, как бы, например. Ну, потому что деньги просто могут превратиться в ничто. А за криптой будущее? Ну, я так считаю. А где вы храните деньги? В рубле, в банках или в криптовалютах? В биткоине, например? Ну, в рублях я вообще, в принципе, как бы храню только, как бы, там, ну, какие-то то, что... копейки, как бы. А реальные бабки, да, я бы попробовал загнать на крипту, ну, как бы, на криптовалютный счет. Хорошо, спасибо за ответы. Для начала ознакомимся с понятием Ventures. Ventures – это предприятие мелкого бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоемкими работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты. Итак, разберем, что такое Gate Ventures. Gate Ventures – это подразделение венчурного капитала Gate.io, который сосредоточен на инвестициях в децентрализованную инфраструктуру, экосистемы и приложения, которые изменят мир в цифровую эпоху. Работая с промышленными лидерами по всему миру, мы можем помочь перспективным командам и стартапам, у которых есть идеи по переосмыслению социальных и финансовых взаимодействий. Компания Gate Ventures, одобренная экосистемой Gate, предлагает криптосообществу финансирование, операционные ресурсы и опыт для инвестиций следующего поколения. Как долгосрочный инвестор мы стремимся предлагать поддержку в разработке продуктов, расширении операций и глобальном росте для наших портфельных компаний. Gate.io предоставляет анализ вариантов финансирования компании, а также определяет подходящего инвестора для компании и обращается к нему. Gate поддерживает тесные отношения со своей обширной сетью инвесторов, базирующихся в Израиле, Европе и США. Сеть инвесторов Gate включает стратегических лидеров рынка с реальной добавочной стоимостью, институциональных инвесторов, венчурные фонды, семейные офисы, долговые венчурные фонды и коммерческие банки, предоставляющие различные формы финансирования, включая акционерный капитал, а также долговое финансирование, венчурный капитал и капитал роста. Как долгосрочный инвестор, Gate.io стремится предложить поддержку в разработке продуктов, масштабировании операций и глобальном росте для портфельных компаний. Фокус биржи Gate.io – инфраструктура. Доверие было ядром социальной и финансовой деятельности. Децентрализованная инфраструктура предлагает более эффективную и надежную модель в цифровом росте. Экосистема. Мы видим, что большинство инноваций выходит из криптонативных экосистем. С огромным ростом рынка цифровых активов экосистема будет расцветать экспоненциально в следующем круге. Приложение. Прикладной уровень – это место, где большинство пользуется и взаимодействует друг с другом. На пути к метавселенной. На пути к метавселенной мы предвидим огромный рост пользователей в DeFi, NFT, гейминг и других секторах. Также на Gate.io можно построить свою карьеру, так как в данном разделе Gate Ventures можно найти для себя работу. А именно, пролистав немного вниз, мы увидим следующую надпись. Мы принимаем на работу. Пожалуйста, нажмите на соответствующее название должностей для их соответствующих должностных инструкций. Разберем доступные рабочие места на Gate Ventures. Аналитик. Обязанности. Будьте в курсе тенденций криптоиндустрии, следите за новыми инновациями и проводите исследования в разных секторах. Выявление и оценка инвестиционных возможностей. Создавайте подробные отчеты и презентации по ключевым отраслевым тенденциям и событиям. Требования. Хорошее понимание криптоиндустрии, сильная страсть к криптографии. Быстрый ученик и исполнитель. Сильные навыки межличностного общения и общения. Честность и профессиональная этика. Солидные знания английского, как письменного, так и устного. Присоединяйтесь к Gate.io и станьте частью самой ценной компании в индустрии блокчейн.
Также на данной вкладке можно увидеть так называемый портфель биржи и различные идеи. На этом видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там реально много всего интересного. Ну а если же вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте про комментарии. И еще раз заходите в телеграм-канал, ссылка в описании.